Доброго вечера всем, добрые наши волшебники, гости канала, новые подписчики, такая моя большая дружная семья. Сегодня у нас выпуск о Грише. К сожалению, Гриша со вторника не кушает. У Гриши наблюдается рвота и застой в кишечнике, скорее всего. Я с клиникой на связи, завтра мы экстренно едем, потому что, ну, думали, что после всех процедур, манипуляций и очистительных клизм, что у ребенка все наладится, но нет. К сожалению, у нас мы не можем сходить в туалет по-большому, и, возможно, врачи сказали, могла после, ну, то есть в кишечнике образоваться какая-то пробка. Я, конечно, не медицинский работник, поэтому говорю вам так, как сказали мне, поэтому если там пробка, то и только оперировать. К сожалению, бедный наш пушистый ребенок, готовимся к одной операции, но вот так вот иногда бывает, что у детей с переломом позвоночника могут вылазить разные заболевания. К сожалению, моя такая большая дружная семья. Я, как всегда, обращаюсь к вам с просьбой помочь нам собрать Гришеньке на поездку, на лечение и, возможно, на такую внеплановую операцию, помочь ребенку преодолеть все трудности, потому что, посмотрите в Гришины глаза. Я раньше как-то тоже этого не замечал, честное слово, но сейчас ребенок живет практически уже месяц у меня дома, и его глаза – это что-то, это уникальная собака. Если, может быть, кому-то западет Гришка в душу, знаете, вы никогда не пожалеете. Гриша небольшой, компактный, но при всем при этом он будет вас любить безгранично. Он абсолютно спокойная собака, которая не гавкает, которая в большей степени любит полежать и послушать вас. Вас как собеседника, глаза в глаза – это дорого стоит, честное слово. Но сейчас я просто... Мои добрые волшебники, обращаюсь к вам. Давайте поможем нашему Гришеньке справиться с очередной его бедой, потому что, ну, пушистый ребенок уже прошел очень-очень много. Кто с нами давно, да, те знают. Кто недавно, как бы вы в ролике вначале увидите, в каком состоянии нашли Гришу. Он перенес сложнейшую операцию, он тоже очень долгое время находился в клинике. И благодаря докторам Гриша пошел. Это тоже дорого стоит. Ребенок с переломом позвоночника пошел. Поэтому моя такая большая дружная семья. Сейчас я прямо обращаюсь к вам. К вам. Вы уже столько спасли наших пушистых детей, что давайте не пройдем мимо очередного какого-то вот так вот свалившегося на голову несчастья и поможем Грише. Потому что у Гриши еще впереди. Кто с нами тоже давно, кто не знает, впереди еще дорогущая операция в районе 100 тысяч. Это устанавливать электростимулятор на мочевой пузырь, потому что, к сожалению, очень много я сцеживаю Гришу, очень много. Он подтекает, но два раза в день, и атония мочевого пузыря, я вам уже говорила в предыдущих роликах, к хорошему она не приведет. То есть, если мы установим чип, это будет все уже комфортнее для его жизни и для долгой жизни. Но это будет в следующем ролике. Сейчас вот я прямо обращаюсь к вам ко всем экстренно. Мы лежим вот так вот, да. То есть у нас полный отказ от еды, хотя мы принимаем все антибиотикотерапию, клизмы, мы делаем все, но, к сожалению, ничего нам не помогает. Не помогает. Очень спасибо большое Луне, собаке нашей Луне. Она, знаете, как ухаживает за Гришей, она как будто чувствует вот эту всю его боль, и она постоянно его вылизывает, как мамка. Такие ценные кадры. Ну, не всегда нахожусь дома, да, чтобы вот прям сидеть с ними и снимать все вот это происходящее, но Луне прямо огромное спасибо, как она помогает мне ухаживать за Гришей. Ну, а Гришенька ждет и надеется на вашу помощь, на нашу помощь. Потому что, ну, невозможно влюбиться в эти глаза. Да, он черненький, но
на фоне этого взгляд у Гриши просто до сердца, до мурашек, до души. Мы такая большая дружная семья и мои добрые волшебники. Помогите нам в очередной раз помочь нашему уже полюбившемуся Гришуле. Гришуле. И, как всегда, прошу вас, комментируйте, ставьте лайки, пишите больше комментариев, девочки, давайте. Вы понимаете, я еще раз говорю, что да, август был очень тяжелый для нас месяц. Давайте продвигать наши ролики хотя бы в топ или хотя бы пишите просто побольше комментариев. Вы же все с нами, все со мной. Всех люблю, всех ценю. Спасибо огромное вам. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья.